Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Сегодня будет видео про модернизацию релейной защиты на базе терминалов BEMP от ЧАЗ, Чебоксарского завода. Видео во время монтажа, к сожалению, снять последовательно не получилось. Вот, начиная с того, что есть. Произвели демонтаж аппаратуры релейной защиты на одной из ячейки, ячейки КРУ 2.10 тип. Вот у нас счетчик, автоматы, реле, ключи управления. Начинаем монтаж ячейки по релейной защите на базе BEMP RUOL от ЧАЗ. Что, процесс идет? Процесс идет. Пока подключаю токовые цепи. Вот токовые цепи пришли на наш клеммик. Дальше цепи измерения ушли на наш цифровой прибор. С него на коробку КИП. И дальше на наш счетчик. А защита цепи пришли также на клеммик. Ушли на наш блок, с блока ушли на блок управления, вот питание трансформаторов тока, и сейчас я их подключу, соберу здесь. Так что вот пока все. Подключен уже счетчик, подключен терминал. Подключена испытательная коробка практически. Сейчас здесь буду раскручать клеммик, наводить порядок. Выключатель ВВТЛ. Таврида Электрик. Здесь уже один клеммик раскручен. И здесь осталось тоже закрыть крышку. Блокировка здесь подключена. К сожалению, здесь использовали разъемы не Хартинг, а нелюбимые мной разъемы СШР с алюминиевой резьбой, которая очень тяжело закручивается. В эксплуатации не очень хороший разъем. Я об этом уже рассказывал. Ну, монтаж потихоньку подходит к концу. Сегодня уже второй день. Это у нас счетчик подключен. Схема стандартная на неполную звезду. Это у нас такой цифровой амперметр ЧП72П. Лампы положения, ключ управления и указательное реле. Здесь что у нас?
пока что выглядит вот таким образом. И клеммик. Еще особо не увязано. Завтра буду приводить все в порядок. Опа, блинкер. Давай, я включаю тогда, фидер. Включил. Поехали. Ток пошел. Все. Давай, давай, дотягивай. Оп. Ну вот, где-то 180. МТЗ. Так, подожди, сейчас квитирую. Так, включаю. Так, перегруз. Так, выключатель у нас включен. Так, ну поехали. 103 ампера, да. Так, пошло. 106, 107, 9 секунд. Оп, отключился перегруз. Так, он у меня отключен. Сейчас включу его. Включил. Давай МТЗ 176 фазы С. Включился. Так, подожди, я сейчас сквитирую. Так, МТЗ 2. Включаю. Давай перегруз. Давай. Пошел ток. 112 сделал. Есть. Подожди, включил. Так, давай. Потихонечку. 0,7. 1,1, 1,12, 1,2, 1,25. Потихонечку идет. Вот здесь уже все подключил, наш блок цепи отключения. С желто-зеленого провода не было, поэтому воспользовались вот такой маркировкой на конце. В принципе, и правилами это не запрещено. Ключ УРОВ защиты. Сейчас еще вот здесь вот два осталось подключить. Сигнальная лампа, блинкер не поднят. Ну, счетчик, стандартная схема. Счетчик SET 4TM03M01. Подключен по стандартной схеме, я о ней уже отдельно рассказывал. То есть счетчик 100 вольтовый, вот у нас 2, 5, 8, это цепи напряжения 100 вольт, токовые цепи в неполной звезде и резервное питание. Чуть позже еще сюда будут подключаться интерфейсные цепи. Эта лампа, блинкер не поднят, сигнальная,
Ну, это сам терминал и ключ, переключатель УРОВ. Включено-отключено. Ну, вот так вот здесь увязал. Здесь сделал петельку на изгиб дверцы. Испытательная коробка КИП. Тоже стандартная схема. О ней я тоже рассказывал, о двух разных схемах. Об этом есть два отдельных видео на моем канале. Ну и потихоньку вот расключаю. Здесь у нас токовые цепи. И потихоньку расключаю клеммик. Вот, в принципе, и готово.